Друзья, доброе утро. Сегодня предпраздничный день. Настроение просто супер. Утром. Сейчас попью кофе и пойду на работу. Ребята нам там приготовили какой-то сюрприз. Я надеюсь, конечно, на это. Но основную, конечно, так сказать, организацию мероприятия взяли, конечно, на себя девчонки. Что делать? Не подтолкнешь мужиков, ничего не будет. Вот. У нас там на территории находится ресторанчик «Слава». Девчонки оттуда заказали, отдельно заказали пиццу, а из «Славы» заказали, по-моему, люля, соуса там какие-то, что-то там еще не помню, даже долму заказали. И что-то еще, по-моему, рулетики с баклажан, вот. Так что... И будет у нас сладкий стол на завтрак. Я вам потом покажу. Вот. Надеюсь, что у нас сегодня опять будут воздушные шарики во всем офисе. Это так здорово. Вот. Ну и, конечно же, я знаю, какие у нас будут подарки. Подарки у нас будут карта Озон на сумму 5000. Мы их заказали еще тогда, когда заказывали нашим парням к празднику 23 февраля также карта Озон. Так что следом мы заказали для нас, для девчонок. Вот. Ну, не знаю, вроде как собирались часов 12 начать. Может быть, даже сразу в «Желтом вороне» в нашем подвальчике. Может быть, не пойдем туда. Может быть, туда спустимся чуть позже. Это уже будет видно по ходу, так сказать. Вот. Но я надеюсь, что мы сегодня классно отпразднуем предпраздничный день. Будет все замечательно и весело, как всегда. Ребята там креативили. Раньше делали всякие видосы, ролики, всякие на тему каких-то фильмов или песен, и делали под себя, и вот было очень классно. Может быть, сегодня они включат. И это загружено в YouTube, кстати. Я пару роликов смотрела, вообще там хохотала, как не в себе просто. Сегодня наверняка тоже, может быть, посмотрим. Так сказать, ребята вспомнят свое старое, былое, как они раньше жгли. Вот, если получится, что-нибудь тоже сниму. Все, друзья, я на работу, а вы ставьте мне лайки, подписывайтесь и смотрите мой канал. Для кого это не будет секретом, что участниками подготовки, конечно же, являются женщины. Женщины нашего коллектива. Взяли в свои руки, так сказать, потому что накануне еще был день рождения у одной из сотрудниц, и наши мужики, условно говоря, расслабились. Вот. Кругом ходят люди и думают, что я это, дурака валяю в камеру. А я нет, не дурака валяю. Так вот, так что сейчас дойду до офиса и посмотрю, что по итогу получилось. И какое будет начало дня с поздравлениями. Начало дня. Шарики. И меня с утра уже угостили конфетками. Очень приятно. Булочку, что ли? Разрекламировали, сказали, надо брать. Чего в ямке взять? А то она поздно будет. Ну, фруктовое что-нибудь. Какую? Вот, вот это вот фруктовая корзиночка. А вот как тут сделать выбор, хотела бы я знать. Так, вот эти вот пакетики, это нам вот из ресторана «Слава» уже сделали доставку. Все, и раз, может быть, тогда будем раскрывать или подождем еще? А, девчонки, может, будем уже открывать крышки? Я бы тоже уже. Да, я бы тоже все открыла. А что они внесут-то? Поздравлять они нас там будут? Теперь похоже на праздничный стол. Офигеть. Да, вообще. Очень классно. Ребята раньше на празднике снимали ролики. Вот они их смотрят. На 23 и на 8. Чего ты там? Это еще простить надо вообще уже смотреть.
Ну, все-таки, знаешь, собралась. Это пародия на Лабутена. И ушла. Сейчас вот снимаю хату, рисую потихоньку. В каком стиле рисуешь? Ну, такие, знаешь, более постельные, да. Просто очень трудно объяснять человеку, который в этом не разбирается. Слушай, может уже встретимся лично? Сходим куда-нибудь? На ютубе, да? Заеду с тобой, часть в 6. Нормально будет? Ну да, вроде нормально. Я думаю, что они живы. Мы пойдем. Бывайте красивых женщин. Вот так вот весело раньше ребят проводили время. Да, конечно, креатива в нашей компании не отнимать. Не отнять, не взять. Такие клипы раньше клевые снимали, вообще трындец. Все девчонки сидят, развлекаются еще. В общем, вообще круто. Креативщики еще те. Молодцы, конечно, ребята. Вообще дружно. Дружно. Это вот раньше они снимали всякие видосы, клипы. Вообще офигенно. Будем надеяться, что это возобновится. Мы медленно, но верно переместились в половину пятого в Желтый Ворон, в наш подвальный барчик. Сейчас посмотрим, что там творится. Вообще туда все пошли потанцевать. Так, ну что у нас тут? О! А где танцы? А что, мы думали танцы? Так, танцев нету. А что так плохо танцуем? Ну что, друзья, пошли отмечать? Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase. Желаю вам справить день 8 марта, день весны, так же классно, как у нас жарко в камине. С вами я, ваша баба Тасса.